Всем привет! Варим грибной суп. Я фанат быстрого приготовления. Я не люблю возиться. Вот это очень долго там варить, вываривать, переваривать, там что-то с чем-то мешать, там тушить все эти зажарки, все такое. Я чем быстрее, тем лучше. А результат получается очень-очень-очень вкусный. Короче, вот грибы уже кипят 20 минут. Они были почищены обычным способом. Тут, значит, что у нас? Белые подосиновики, один подберезовик и немножечко горстка лисичек. Так, грибы 20 минут прокипели, пенку сняли. Что мы кидаем дальше? Так, момент. Вот, значит, мы кидаем укроп. Первый попался мне под руки. Укроп вот столько. Потом мы его вытащим. Значит, это все укроп. Вот у меня не было в наличии морковки, и на огороде я не сажала этот год морковку, потому что тот год мы посадили, потом не знала, куда ее девать. Плюнула и не стала садить. И вот сейчас суп варите, и оказалось, что у меня морковки-то и нету. То есть так мы покупаем по мере необходимости. Ну вот. А, значит, вот в суп надо, потому что я в грибной суп обязательно кладу морковку, а ее нету. Что я сделала? У меня была морковина одна. И я ее весной тырнула в землю. Она такая подвядшая была, мне ее было жалко выкидывать. Тырнула ее в землю. Она сейчас там дала семена. Просто взяли ботву с морковки. Это ботва от морковки. Запах морковный. Лук обязательно. Вот, луковичка одна тут у нас завалялась. И штуки там, по-моему, 4 у меня картошки. Вот это у меня все порезано. Я сюда все это высыпаю. Все мы сюда высыпали. Так, сейчас маленько кое-что прилипло. Так, высыпали. Так, так, вот, высыпали. Так, так, картошка порезана, я люблю помельче. Вот, значит, высыпали картоху, помешали опять вот так вот. И на вот эту кастрюлю, кастрюля тут, наверное, литра, может, 4, может, 3. Ну, кастрюля большая. Я сыплю вот столько соли. Вот столько. Это столовая ложка, вот столько соли. Насыпала и попробовала обязательно. Напоминаю, что грибы варились 20 минут. Вот, сыроежек здесь нет, одни вот благородные, так получилось. Так, пробуем рассольчик. Сейчас попробуем. Не, вообще мало. Еще ж картошку вберет. Вот еще столько же сыплю сюда. Ну, в конце концов, суп можно будет подсолить. Это ж понятно, да? Вот. Если вдруг мало. Ага. Вот. И самый козырный, тайный фокус, секрет. Берете растительное масло и льете сюда вот примерно столько. Видите, как сразу же суп заиграл? Вот эти солнышки появились, эти масляные. Какой он красивый. Когда укроп, вернее, когда суп сварится, вот, короче, вот все, я засыпала все. Вот в этом состоянии он сейчас закипит и варится до готовности картошки, кубика картошки. Это примерно, ну, с момента закипания, наверное, 5-7 минут. Как только картошка готова, я все выключаю. Что дальше можно сделать? Вот эти палки, их можно вытащить, укроповые, они уже запах отдали. А миленький укроп, там листики, можно покрошить вот для красоты. Ну, в принципе, можно и не крошить. Вот так мы быстро этот суп, получается, у нас сварился за меньше, чем за полчаса. Так, ну, еще кастрюля большая. Если бы кастрюля была поменьше, бы быстрее бы все сварилось. Короче, повторяю алгоритм варки. Грибы почистили, залили водой, промыли, воду слили, залили чистую воду, чтобы покрывало грибы на 3 пальца. Поставили кипятить. Кипят, варятся 20 минут. Снимаем пенку. Дальше туда добавляем картошку, морковку, лук и укроп. Солим по вкусу
и добавляем растительное масло, чтобы вся поверхность была вот в таких золотых этих разводиках. Все закипает, и после кипения где-то, ну, 7 минут максимум, чтобы сварилась картошка. Вот так суп наш готов. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал Макарова Подворье. Буду рада, если этот рецепт кому-то пригодится. Всем пока-пока-пока-пока.